Продолжаем. И я должен найти отсюда выход, потому что я заплутал. Я нашел крепость, в которой нужно все 12 оков Эндера. Я не расположил там еще ни одно. Поэтому у меня с собой 10. И я должен найти вход обратно в эту крепость, потому что я ее потерял. Я все тут осветил, все исследовал, но больше не могу ничего найти. Паника. Ребята, что делать? Откуда я пришел? Снизу или сверху? Может, мне вниз надо вообще? Когда там какой-то спуск был вниз? И черт возьми. Вот этот мухомор сраный. Тут тупик. Давайте сразу гасить свет там, где точно тупики, чтобы на всякий случай не повторять своих ошибок. Потому что больше исследовать эту крепость я не собираюсь. Поэтому гасим свет, дабы не вводить себя дополнительно в заблуждение. Тут, конечно, будут спавниться мобы, но это не самый страшный. Самый страшный — это если я тут заблужусь к чертям. Такс. Вот это все тупики, короче. И мы от них успешно избавляемся. О, я вижу свет. Это опять факел. Такс. И вот я вернулся. Так, получается, из всех проходов мне нужно идти только туда. А значит, уходя, гасите свет. Итак, еще одна развилка. Во, сколько у вас там, а? Тут спавнер, походу. Вот, короче, путь вниз куда-то. О, я помню это место. Тут эти ямы с криперами, да? Я откуда-то тут пришел. Библиотека. Ура! Все. Вот так. Воу! Ты чё, терминатор, что ли, оживший? Из лавы вылез? Но-но. Ого! Кого я слышу? Но и знал бы я еще, где ты находишься. У меня свое освещение будет, нах. Все. Ура! Итак, располагаем наши... Ой, не то. И опять не то. Так. Так. Вот. Нам осталось всего две штуки. И для этого нам нужно попасть на поверхность и мочить эндерменов. Эндерменов мы будем мочить ночью. Кстати, гнилая плоть то ли пропала, то ли я ее подобрал. Теперь нам будет... Нас будет доставать этот вертлявый банан. О, оглядите-ка, ночь, но... Но портал не работает. Ой, хорошо. Беру свои слова обратно. И нам нужен другой меч. Потому что этот меч не годится нам для охоты, он... Вот нам нужен какой меч. Специально для охоты на эндерменов. А наш тартаривый мы успешно кладем на полочку. А также подзаряжаем чуть-чуть... А нет, не чуть-чуть. Просто возьмем это с собой. Вот, и выходим на охоту. На эндерменов. Этим самым мечом, который, кстати, даже у нас нигде не использовался. Когда мы наберем достаточное количество, можно будет его потом даже разочаровать. А дерева у нас с собой нет, да? Или это рассвет сейчас? Йо, да сейчас рассвет! А как же охота на эндерменов? Жалко, нельзя в кровати спать так, как тебе хочется. Я вообще с удовольствием проснулся бы ночью и начал убивать эндерменов. Но нет.
Ни хрена! Спасаем дом, срочно! Так, мне нужно золото. Золото, золото, золото. Сейчас залезу в, этот, в сундук, а он это, упоротый. И сейчас все пью. Правильно. Так, спасаем дом. Золото. Золото! Золото! Да, раньше доставал вас недогролом, сейчас достаю вас недоскримом. Опа! А все золото, походу, у нас и не здесь. Здесь золотой блок, но к черту, нам нельзя медлить. Right now. Need to действовать. 4. В жопу ваши алмазы. Мне алмазы твои не нужны. Тыщ. Никогда бы не подумал, что мне понадобится эта штука. Она, кстати, не одноразовая. Но надеюсь, что таких ситуаций у нас больше не будет. Потому что что-то случилось не то. У нас порвалась ткань пространства. Из-за чего она действует подобно черной дыре и уничтожает наш дом. Моим святым долгом является это предотвратить. Раньше я думал, что если накрыть ее каким-нибудь блоком, то это равносильно тому, что ты ее уничтожишь. Ха-ха. На самом деле ничего подобного. Только так. Фу, давайте чинить теперь что. Нам нужны пихтовые матех доски, которые я думал, что мне никогда больше не понадобятся. И полублоки. Так, этого мало нам. Нужно больше. Кстати, вот эта вещь мне пригодится. Ну ладно, возьмем и это. Может еще где есть. О, быстрый путь домой. Ну. Именно. Так. Камень здесь у нас. А вот, 37 штук. Отлично. И пихтовые доски. В количестве одной штуки. Значит, нам придется идти на чердак. Вот и занятие нашлось. Хм. Как мило. Уж на чердаке-то этого говна у нас хоть отбавляй. Ну сколько стока мне хватит? О, стоять, у меня же есть полублоки, это то же самое, что и блоки. Возвращаемся. Ага. Это красиво, конечно. А это, кстати, все, что было нужно. Ладно. Оу, а еще вот эта шняга нам нужна, да? Блин, он мне тут подпортил немножко дом. Я уверен, у нас есть где-то полублоки эти. Да, вот. Опа. И та-дам. Кстати, а кто помнит, что у нас лежит? Вот в этом сундуке. Хотите, напомню? Ха-ха-ха-ха. Круто, да? Солнце почти в зените, а мне нечем заняться. Нагу мы сюда прикрепили, пол изменили. Можно пустить на диване, как в Heavy Rain. Присесть на диван, тут же встать, непонятно зачем сев до этого. Полюбоваться на собранную еду. В частности, вот на эту шнягу, на которую я угрохал кучу золота. Печка, да, тут очень интересно. Я бы предпочел прикончить эндермена. Вот что у меня тут лежало? Что-то же ведь лежало. Потому что тут идет все в хронологическом порядке. Не может быть, чтобы тут ничего не было. Ничего. Ничего.
Бутылочки. Радио включать ни в коем случае не будем, потому что это его невозможно выключить, кроме как сломать. И то я не знаю, сработает ли. А вот что можно сделать. Чуть-чуть еще сделать наш орган более правильным. Для этого нам нужно сраное дерево, которое не здесь. Может быть, оно есть у меня в рюкзаке, но нет. Но нет. Оно есть на чердаке. Сраное дерево. А это выкидываем. Не нужно, ибо... Блин, мне показалось, что опять какой-то разрыв образовался в пространстве. У нас педаль-то не работает. Во! Теперь все правильно. Крутой орган! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Давайте активируем эти штуки, чтобы они взросли. А, вот, давайте посадим сюда радужные деревья. Точно, вот что я хотел сделать, но все никак не доходят руки, потому что у рук нет ног, поэтому они не могут ходить. Где эти наши саженцы радужных упоротых деревьев? Вот. И еще нам нужна костная мучка. Саженцев 16, муки 12. Отлично. Идем сажать. Сажать деревья радужные. Допустим. Я, честно, не понял, в чем суть. Она работает. Звук какой-то у них странный, когда их сажаешь. Два, три. Тюк. Раз, два, три. Тюк. Раз, два, три. Тюк. У нас все правильно. Тюк. 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 Но что тебе тут не нравится? Земля. Чё тебе? Привередливое такое дерево, ей земля ему не нравится. Чем? Непонятно совершенно. Вот так. И здесь. Да, конечно, конечно. Все. Еще три штуки осталось. Можно пихнуть одну сюда и одну сюда. Давайте мы вырастим сколько сможем, остальное пусть само. Эх, вес 1,4,7. Где все растения выращиваются с одного клика костной муки. Ядрить. Вот это лес. Мэйджик, мэйджик. Какая красота. Еще чтобы посветлее было. Налепим сюда всяких жучков. О, а вы типа не освещаетесь. Настолько хардкорная у них листва, что ее нельзя даже осветить. Ну вот, в принципе, мой долг исполнен. Я посадил эти деревья, как обещал. Ой. Ха. Ну, допустим, вот сюда. Вот. Будет все так расти. И тем временем ночь когда? Где солнце? Where is sun? О, темнеть начинает, а это значит, что мы можем
выступать на ходу. Давайте. Чтобы всякие уроды не подбили наши прекрасные владения. К черту. Я пойду куда-нибудь сюда. И буду выискивать эндерменов здесь. Но я, дурак, не взял с собой компас. Это действительно, а нафига? Поэтому мы вернемся и возьмем компас. Жопой чую, я могу увлечься и не найти дорогу обратно. А компас мой лежит. Кажется, я знаю, в каком сундуке. Он лежит в сундуке, который находится справа от полочки воспоминаний, в котором также лежат стрелы и прочая лабуда. Правильно, аж две штуки. Погнали. На охоту на эндерменов спешим. Моя цель два эндер жемчуга. Вперед из песни. Эндермены старые, козырные и драные. Где же вы все водитесь? Женитесь, разводитесь. Чтобы выпил я из вас. И при этом дикобраз, который ласково летал над морем вечным поперек, листал страницы Чингисхана, что напевал вчера ларек. Все, пошла наркомания, ребят. Чингисхан, который напевал ларек, это жестоко. А где все красные овцы? Блин, в Майнкрафте что ли, листва? Откуда не упади, оно останется целым. Фига себе, у тебя стальная броня. Полный сет. Почти. Вроде штанов тебе только не хватает. Эндермены, где вы все? Вас надо искать на открытой местности. Это пустыня где-нибудь. Или еще, но точно не там, где я живу. Потому что там, где я живу, сплошные леса. И горы. Ой, господи, я думал, это что-то другое. Бульк. Гав, гав. О, Крипас! Джиперс, криперс. Скримерс. Попперс. Вжопперс, дапперс. Ты что тут делаешь около моего дома, а? Убью к чертовой матери. И тебя, кстати, тоже. Тю! Атакует! Я ж тебя убил! Сука, реинкарнация в Майнкрафте. 100 пудов существует. Вот ты заставила меня сейчас обосраться. Ой, мне звонят. Такс. Эндермены. Я все еще не забыл свою цель. Эндермены, эндермены, где же вы, сраные мены? Я хочу от вас оторвать ваш глаз жемчужный, блин. Ха-ха. Ты шо, пловец, что ли? Пшёл отсюда. Чёрт, надо поесть. Мы будем есть яблоки под водой. Воу, это что, акула, что ли? О, не, смотрите-ка. Злостный паукан. На-на-на-на-на-на. И уродливый зомбарь. На-на-на-на-на-на. Эндермена где найти? О, лава охрененно. Это же для геотермального генератора я пометил лаву. Нафиг не нужен ваш геотермальный генератор, если у меня есть ядерный реактор, который... И сейчас. К
Крепер. Сдох. А эндермены где? Ребят, это не серьезно совсем. Может мне в кратер пойти? И там поискать. Ну вдруг там есть эндермен. Ну нет у нас эндерменов. Что ты хочешь? А я хочу найти эндерменов. Где ты их будешь искать? Я не знаю, наверное, где-нибудь на этой горе. Вполне возможно, что они здесь есть. Идиот, тут нет никого. Если бы ты услышал эндермен, ты услышал звук. Но нет. Может быть просто я недостаточно хорошо ищу. Ты просто идиот, который не знает, где искать эндерменов. Я знаю, где искать эндерменов. Я же за пустыней, но тут нет пустыни. Действительно, что же мне тогда в таком случае делать? Убивай криперов, да нафиг мне залезть ваши к чертовы криперы. Мне нужны эндермены, но тут нет эндерменов. Да блин же. Я их найду. И покоцаю. У тебя меньше стрелятся раньше, чем ты их покоцаешь. Ничего подобного. Если я найду эндерменов, то этот меч будет мне уже бесполезен. Я его просто пущу на опыт. Ха-ха, наивный. Почему я сразу наивный? Блин, а вас не напрягает то, что я говорю сам с собой, а? Эндермены, черные глаза у них, как у... Пойдем к кратеру, прямо так вот, длинным путем. Пойдем к кратеру и будем мочить эндерменов. Которых здесь нет. Брысь. Я же помню, где кратер, верно? Дорогу домой я всегда найду, потому что у меня есть волшебный компас, показывающий на спау. Дыш. Бац. Сдох. Вдох, выдох, сдох, выдох. И все.